Еще один ребенок стал жертвой халатности чиновников. Несчастный случай произошел в одесском детском доме «Жемчужинка». 14-летний воспитанник погиб от удара током. Как сообщает советник начальника полиции области Руслан Форостяк, тело ребенка обнаружили субботним вечером в трансформаторной подстанции на территории детского дома. Как и зачем он зашел на опасный объект и почему доступ был открыт, выясняет следствие. По факту гибели мальчика начато уголовное производство. На аппаратном совещании Геннадий Труханов дал запоздалые указания. Данное детское учреждение, я так считаю, и со мной, наверное, согласятся многие, кто там был, депутаты в том числе, одно из лучших не только в Одессе, но и в Украине. У кого на территории находятся подстанции, выясните, кому они принадлежат, выясните, в каком состоянии они. Во-первых, соберите эту информацию, дайте нам ее, наверное, Григорий Иванович, вам передадут эту информацию. Вы также ее соберите, пожалуйста, со всех, если есть такие объекты. В каком они состоянии, обследовать, кому принадлежат. Следующий шаг – дозвониться в те подразделения организации к собственникам и привести все в порядок. Год назад наш мэр веселился на празднике в одном из самых лучших детских учреждений Украины. Оказалось, не все так хорошо, как он пытается представить. И похоже, у нас это становится печальной закономерностью. Детский лагерь «Виктория» городская власть тоже называла лучшим в Украине. На открытие даже пригласили президента. Кончилось гибелью троих детей. После этого Геннадий Труханов обещал проверить все детские учреждения на предмет соблюдения техники безопасности. Как видим, это не сделано. И будет ли сделано теперь, неизвестно.